Короче говоря, проблемы с Айкушей у меня тут случились. Представляете, все было хорошо. Я ему таблетку от клещей не давала, конечно. Ну, я все время ему даю, но в этот раз не давала. Думаю, пока ничего, все хорошо, клещей там где-то что-то поприлипает, я их убираю. Короче говоря, тут представляете себе, что я прихожу. А он, видите, вот это, тут у нас мух столько стало, ну, после дождей, неделю дожди были. Короче говоря, прихожу у Айкуши, представьте, вот это все красное, такое было. Тут все полностью краснючее, до такой степени, вавка. Тут в шерсти повываливалось все. Вот, ну, в общем, короче говоря, потом какую-то тут вавку он себе расчухал. И у него вся морда была посыпанная. У него весь живот был посыпанный. Вот, ну, уже видите, это уже... Подожди, Айкушенька. Вот, не бойся. Вот это, видите, уже проходит немножечко. Вот он, видите, вот такие вот, как волдырис, какие-то гнойные. И вот это все. Оно даже немножко сейчас видно. Но все равно уже не так. В общем, короче, поехали. Мы вчера купили ему Нетсгард таблетка. Она, значит, там идет от клещей, от блох на месяц. Это у него идет аллергия на блох. На клещей, я так поняла, у него нет аллергии, а на блох есть. И конкретно у него выпадает шерсть. Он когда его месяц совсем было, он был еще маленький, у него было такое. До такой степени уже облысел, покрылся этими пятнами красными, гнойными. Экземой прям покрылся. Пока мы ему эту таблетку не дали. Все, дали таблетку. И все прошло. Ну, я ему еще аллергостоп даю по его весу, чтобы он не чесался. И вот он сразу же, я ему вчера дала где-то в обед, и вечером пришла, он уже отдыхал. Я вижу, что он уже не мучается. А так я прихожу, он тут бедный, боже, носится. Эти мухи за ним, он же прощухивал вавки. Еще на спине там у него вавка была. В общем, короче, у него половина вот это, вот так получается, вот посюда, только ничего не было. Да даже, наверное, и было. Ну, на шее только я не видела. А так даже на морде он весь был такой. Но самое больше, конечно, задние лапы. Там, где пах, вот это вот все, и спина. В общем, короче, ужас. Он даже сейчас немножко, видите, чешется еще. Но это мухи еще его кусают сейчас. Но не так, как вчера. Он вчера бедно не знал, куда ему деваться. Он и тут ложился, и там ложился, и бегал, и яму вырыл, и вообще. Так что эффект сразу видно, сразу видно. Они же, получается, блохи перестают его кусать, сразу тело перестает чесаться, и он отдыхает. Ну, можно без аллергостопа было, но так как он сильно чешется, вот эти вавки чешутся, и на них еще и мухи садятся, лучше какой-то препарат такой, чтобы аллергию снять, чтобы не чесался. Там и зуд он снимает, и воспаление. Там при экземах, при всяких кожных заболеваниях, в общем, этот аллергостоп для животных. Вот, так что, вот так, видите, видите, чешется. Ну, это так же, это уже так, сразу же, конечно, оно не пройдет. Надо хотя бы неделька, чтобы оно прошло. Видите, лапки хочет почесать. Что там, Айкушенька? В общем, блохи поразмножались после недели. Недели дождя сильно поразмножались. Их тут сараи кишат. Ну и все. Вот эти, знаете, куриные. Не... Есть такие, что и кошачьи, ну, у животных, не только у кошачьих, и у собак. Но это именно такие, они земляные еще называются. Они именно в земле живут, они такие кусючие. Они если в квартиру попадают, с подвала прыгают к людям, то это хана. Они кусают за ноги везде. Очень-очень такие. Размножаются очень сильно. Айкушечка. Вот видите, вот все-таки почухивается, но все равно. Я же говорю, что пройдет. Вот такая вот болячка есть. Вообще его алабай с кожей. Не знаю, у меня на второй алабай. У первого алабая просто были проблемы с кожей. Но у первого алабая в то время не было вот этих вот таблеток от клещей. Были только на холку капли, а они мало действующие были. И они так на неделю, и все, и опять его кусали. Этот вроде бы как уже знаем, что делать. Вот такие дела. Кошу свое гнездо улегся. Сделал там себе яму, гуляньте, улегся, все. Он там будет отдыхать.
Порыл там чуть-чуть чего-то там. Все. Отдыхать будет, да? Жарко, скажи, и кушать, да? Тут нравится, это бывший крылятник, он тут. Он в своей будке почему-то не спит. Он тут всю зиму тут спал, мы тут немножко утеплили. Нравится ему это место. Все. Спит. Ой, гляньте, пузырь надулся. Спит моя зайчка. Болеет. Мало того, что жарище, так еще и болеет. Но иммунитет падает, когда такая жара. Во-первых, ну представьте, такая влажность. Сейчас все насекомые мира, наверное, попросыпались. В общем, и такие дела. Так что вот так.